Здравствуйте, меня зовут Алексей Красиков, я психолог-консультант, когнитивно-аналитический психотерапевт. В далеком 2005 и 2006 годах я сам столкнулся с вегетососудистой дистонией и паническими атаками. Это произошло на работе. Я был менеджером ресторана. Я почувствовал себя крайне плохо, и у меня возникла первая паника. Тогда в российском YouTube и в интернете практически не было ничего ни о ВСД, ни о паниках, ни об апохондрии, ни о чем. Мне пришлось самому по крупицам собирать информацию и систематизировать ее в голове. С тех пор я стал вести блог, а потом стал снимать видео. Так в 2011 году возник канал «Неврозы Мегаполиса». Ну а потом я пошел учиться, повышать квалификацию и так далее. Итак, на этом канале собрана вся исчерпывающая информация о вегетососудистой дистонии, о панических атаках, об агорафобии, о страхе передвигаться самостоятельно, потому что вам кажется, что у вас случится приступ, о панических атаках и технике упражнений с ними абсолютно бесплатно, о навязчивых мыслях, о страхе потерять над собой контроль и заболеть шизофренией, сойти с ума. На этом сайте размещена информация о когнитивно-поведенческой терапии, эти теории и о практике. Более того, если вы посмотрите внимательно, на этом сайте, если вы смотрите отдельный сайт, посвященный этому DVD-курсу, или если вы на YouTube, посмотрите внимательно, вы найдете скачивание абсолютно бесплатно моего DVD-курса в цифровом формате, который придет вам на электронную почту. Этот DVD-курс я записывал 3 года назад. Я там еще немного молод, поэтому могу отличаться от того, как я выгляжу сегодня. Но та информация, которая там представлена, всегда была в закрытом доступе. Я вам ее сегодня отдаю и дарю абсолютно свободно. Я хочу, чтобы вы освоили всю информацию о вегетатике, о ВСД, о панических атаках, о страхах, о работе с фобиями. Я хочу, чтобы вы бесплатно получили исчерпывающую информацию о когнитивно-поведенческой терапии, о патоэтиологии неврозов. Я хочу, чтобы вы научились разбираться сами и уже дальше продолжали свое самообразование, потому что именно самообразование с правильной информацией – это ключ к вашему успеху. В терапии ВСД и панических атаках нет ничего гениального, нет ничего стрёмного и ничего такого, что не может сделать любой человек. Любому человеку это постижимо. Разница только в том, что многие просто понимают информацию, смотрят мои ролики на YouTube или еще что-то и просто ее смотрят. Чтобы справиться с тревогой, чтобы справиться с паникой, чтобы справиться с агорафобией, надо запомнить, это привычки, это рефлексы, это неверная интерпретация определенных феноменов, которые происходят с вами. Это не смерть и это не прелюдия к смерти, это трактовка и закрепленное поведение. Всю информацию вы найдете на этом DVD-курсе и вы найдете это на канале «Неврозы Мегаполиса». Вам достаточно просто подписаться, смотреть системно ролики, неважно DVD-курс это или видео в YouTube, и поступать так, как указано в методичках и в DVD-курсе. Абсолютно бесплатно. Не надо за это платить. Спасибо, что смотрите. Приятного просмотра. И я желаю вам успехов. У вас все получится. Тысячи людей справились с этой проблемой. Справитесь и вы. Я пример. В 2006 году у меня была последняя паническая атака. Сегодня 2017 год. И я помог тысячам людей. Посмотрите YouTube, почитайте комментарии, и вы все поймете. Я желаю вам стойкости и упорства, понимания того, что все это поправимо. Неврозы – обратимые расстройства. Это лишь вопрос ваших эмоций. Впрочем, об этом всем очень внимательно на DVD-курсе и на канале «Неврозы Мегаполиса». Добро пожаловать!